Владимирович Селиных решил поучаствовать в выборах. Так точно. Ну, конечно, это хорошо, подготовленный человек, дипломаты должны быть в парламенте, тем более организовывать надо будет дипломатическую работу. А если не изберут, мы видим его где-то? Для меня достаточно неожиданным было его предложение, это его инициативное предложение. Я говорю, ради бога, это ваша воля, но я его видел на должности одного из таких ведущих главных управлений Министерства иностранных дел. То есть он не пропадет? Нет. Видно, что не потерял интерес, как у некоторых уже через определенное время пребывания на той или иной должности. Он постоянно интересуется, ищет что-то новое, новые подходы. Если изберут, это будет не хуже. В парламенте нужен человек, с которым МИД должен постоянно быть в контакте. У нас же там и комиссия есть. Так точно, так что сделать. Мы с ним разговаривали, у него есть очень интересные идеи о том, как повысить и уровень парламента здесь, и в принципе, и как работать более широко и на международной арене. Поэтому я думаю, что если изберут, то это будет очень хорошая опора и для МИДа.